Ребят, сейчас такая пора, уже жарко становится, многие ездят с кондиционером, но когда вы приезжаете домой, всегда делайте так, выключаем печку на всю и минут на 5, ну, может минуты на 2, ждем, пока продуются воздуховоды. Если вы так не сделаете, то через какое-то время будете садиться в автомобиль и будет сыростью, знаете, вот холодильником вонять. Поэтому как-то вот так.